нас план побега. Ну там же машина стоит, значит, там туда можно идти. Чё это нельзя? Шо? Иди сюда. Там парковка. У нас план побега, ребята. Нас уже задолбали этими шубами. Ну, смотри, мусорка стоит. И мы решили сбежать с утра прямо в центр. Ну, мы еще вечером, может быть. Ну, вечером просто мне кто-то писал, что лучше на рынок идти вечером. Но вечером у нас немножко другие планы. В общем, посмотрим. Идем пока утром. А там посмотрим. Вот я говорила, нельзя. Можно. Басик, можно теперь сбегать. Ага. И также заходить можно там через бок. Выходим. Быстренько. Выходим. Этот автобус сюда стоит, наверное, куда-то возит. Такси. Быстрее. Куча таксистов стоит, ну, понятное дело. Почему? Сразу скажу, если тут стоит около $1.5 этот автобус, 3 остановки проехать, то я не удивлюсь, сколько здесь стоит такси. Сейчас мы еще зайдем деньги поменяем, потому что те, что мы меняли, у нас уже закончились. Вот. Мы понемножку меняем, знаете, чтобы потом не оставалось, или потом, чтобы бегать, не менять обратно в доллары. Мы меняем понемножку. По чуть-чуть. Завтра уже окончательно будем. Завтра уже предпоследний день нашего отдыха, поэтому будем... Сейчас мы только посмотреть опять. А завтра будем закупляться, ну, тем, что нам нужно будет. Тем, что нам нужно, мы еще не решили, что это будет. Видите, для кого-то отдых — это лежать на лежаке. Для кого-то бегать по экскурсиям. Для кого-то ходить на шопинг. Хотя, ну, на шопинг же можно сходить и в Днепре. Можно. Но мы хотим здесь. И спасибо тем, кто нас в этом плане поддерживает и понимает. Мы потом еще прогуляемся в этом парке. Помните, мы так мимо него проходили. Мы полностью вам его не показали. Но обязательно это сделаем. Сейчас немножко задыхаюсь не потому, что я там быстро иду и захэкалась, а потому что мне как-то душно, и мне не хватает воздуха. Поэтому не надо тут. Могу прям тут вот так. Вот так вот подышать. Жарковато. Ну, на самом деле, мы до дельфинария вчера ехали вот этой вот дорогой. На самом деле, недалеко, посмотрим, может быть, за 24-го, когда уже в день отъезда туда сходим, где-то прогуляемся. Посмотрим. Но сейчас мы идем в поисках рынка. Ребята, это трэш-контент, вы только что видели. Я шла, получается, одела как-то кофту, ну, не кофту, это, не знаю, как это называется. Блуза, шиворот на выворот, я не знаю. Причем мы я расчесывалась, там смотрела в зеркало, я не заметила, только что пришлось зайти за угол переодеть. Ой, со мной такой первый раз. Ну, благо, тут, знаете, тут курорт, тут купальники ходят, так что можно было бы и так. Но я так не пошла. Вон, видите, там мечеть. Вот так мы шли, по-моему, сюда, я не помню, снимала этот кусок дороги или не снимала. Подходим потихонечку к центру. Уже жарко, уже печет. Лавочки, видишь, есть такие. Ой, все, какая пальма, смотри, здоровенная. Все, мы кайфуем. Ребята, мы нашли рынок. Ну, футболки сейчас, наверное, никому не надо. Сироп, турецких рассыпок. Не знаю. Смотри, какие кофточки. Ой, боже. Холода якись. Вот это двойных. Чуть не упала. Двойных. Костюм.
Это он сумки, ты держался на руках. Да. Но, честно, ничего такого не вижу. Приправы. Я медленно иду вообще. Вон все Excel папку можно взять. Самый большой размер. Здравствуйте. Вот сумки, видишь? Здравствуйте. Мне тут цветочками красиво. Ну, это на лето такая, знаешь. Кошельки, мне надо кошелек. Зря я сказала, мне надо кошелек. О, приправы, вот видишь вот эти? Это я сколько чаем возьмем, они правда такие болезни. Подожди, мне надо. Приправы, кофе. 6 наборов, $5. А там один набор, $1. То есть здесь дешевле получается. То есть там он на это смотрит. Ага. 10 штук. Мыло нужно $5. Там $5, 30. А тут 10 штук. Смотри, какие магнитики. Вы что обменники закрыты? Мы бы поменяли. Это магнит. Мыло, мало. А украшения пойдем посмотрим. Смотри, и магнит, и вот эта от главы штучка. А сколько, интересно? Боюсь уже спрашивать. Шапочка. Черепашки. Что себе вот такую штучку? Ой, это зеркало купить? Да. А сколько же оно? А, сколько? Это $3. $3. $2.5. Ага, 2 штуки 5. Я хочу один. А вот это вот? $1, девочка. Ага. Большой 2, очень большой 3. Угу. Смотри, какие надо взять. Да, это на барсика похож, смотри. Ну, пошли еще посмотрим. Пойдем. Это украшения, смотри, какие. Не, просто она говорит лира. Они тебе скажут лира, смотри, какая. А вот. Ты мне померяешь только. Да сейчас мы возьмем тебе зеркало. Ну то, что расстегнуто, это да. Это не наш. Да. Смотри, какие часы. Ну, вот эти классные браслетики. Часы мне нравятся. Запомни это место, мы все равно здесь будем выходить. И тогда возьмем. Может, дальше будет лучше. Вот такие. Можно имена свои, поняла, сделать. Нижнее белье. Но все равно выгоднее, чем в магазине. Здрасте. Здрасте. Я не знаю. Приятно. А где вы отдыхаете? В Кемере. А в каком отеле? Ага. А мы в Гидросе. Да, я в Ютубе смотрела. А, понятно. Спасибо, приятно. Что у меня осталось? 10 плавок, 7 этих. 10 евро. 7 плавок. Мама, сумки. Вон твои сумки. Тут костюмы, но они мужские, видишь? Мама Мия. Мама Мия. Там мужские. Это приправы, видишь? Доброе утро, уважаемые. Доброе утро. Мама. Не ведись. Ты сколько раз говорили, не ведись. Смотри, типа под старину вот эти. Лампово один. Тут шарфики. Кстати, симпатичные такие. 3 шарфика, что-то $6, да. Тут игрушки.
Жил, не останавливайся. Вопросов нет. Вот тут могут быть шампунь. Но, блин, я не помню, как он называл. Он шампунь, бальзам. Лукум, чай, каркаде. Не. Нет, такого нет. Я не вижу его. А вот украшения тоже, смотри, какие. А тут безграничный этот. Смотри, какая кофточка красивая. Ну, накидка. А вот платье. Тебе не нравится? Платочки палантины, батистовые платочки. А сколько платочек? 25 долларов, 3 за 7 долларов. Сколько платочки? 10 долларов шелковые. Ага. А только шелковые, да, есть? Нет, шелковый батист 1 за 3, 2 за 5, 3 за 7. Угу. Кашемировые по 10, пашмина по 12. Ага, спасибо. Серебро. Платочки палантины, шелковые под кашемировые. Понятно, ну... $22. О, мне надо одну муха. Он только большая сильно. Это же пар маленькие. А сколько вот это? Или вот это? Ага, 20. 10, 15. Это одна штучка, да? Нет, пара. Пара. Ага, спасибо. Если серебро не примет, я же. Мамочки. Тут они, наверное, не дешевые, видишь, с чехлами. Ой, это со школы помню. А, мышь покупали. Да. Мама, пошли ковры. Два ковра, $5, что так дешево. Ну мало ли, может тебе ковер надо. Действительно, нужно к вечеру проходить, мне кажется, к вечеру еще больше скидки будут. Вот тоже тут зеркала такие. Приправы, кофе. Я по турецким составам не знаю, как бы. Мыло вон $1. Мне как-то вещи тут особо не нравятся. Шубы пошли. Ну ладно, не шубы. Ну, извините, не угадала. Видишь, такие легенькие все. Увидели рюкзачки. Ну, красивые шапки, да? Ну, даже очень. А мы здесь, но только один день. Тоже платье. Духи. Они какие-то, знаешь, мне кажется, бабские. Вот. Может, у них такая мода. Сумки. Зайди, спроси, какая тебе нравится. Вот эти? Сумки все по 10 долларов. 250 гривен. Можно большой стакан, $1. Давай, рюкзачки есть. Так, тоже сумки. Чем такой большой рынок? Да, походу, нет. Да, смотри. Уже украшения. Ну, зеркальца-то классное вообще. Адидас. Это мужские только? Уже только мужские. А где тут мерить? Вот. Тут тоже шарфики. А ну, подожди, все серенькие есть. Где? А сколько шарфик?
Вот эти. Доллар. А лиры? Лира? 30 лир можно. Угу. Двухсторонний. Сейчас покажу. Ну, или лишь серый хотела. На зиму идет. На зиму. Ага. А если два, то дешевле или нет? Лира? Да. Так, 30 лир 5 долларов. Угу. Хорошо, мы сейчас будем идти назад, тогда посмотрим. Он же ж не тонкий. Ну и что? Ну так на зиму ж. Под зимнее пальто, под весеннее пальто. Правду говорила зрительница, что тут просто время потратили. Потому что тут... Ну, спасибо. Чем глубже, тем хуже. Домашний текстиль, постельное белье. Мама. Мне ничего не нравится. Мне, скажи так, не. Пошли дальше. Фри, фри, водка фри, самогон фри, бесплатно. Ну да. Но они какие-то мне не нравятся. Ну, типа Adidas, видишь, Calvin Klein, но они светлые, да, я не хочу светлые. На зиму. Не тыкай пальцами. Видишь, у них тут разные размеры есть. Разные варианты. Да. А вон, смотри, какие костюмы. Хочешь брать бесплатно? Нет, спасибо. Ага, конечно. Конечно. Просто костюмы. А вот наушники беспроводные. Ну вот они ж. Сейчас спросим. А сколько стоит? Недорого. Сколько? Евро, доллары? Лиры. Лира? Да. 120 лир. А доллары? Доллар? Да. 20 А они ко всем телефонам подходят? Ко всем телефонам? Всем телефонам соединяются. Очки почему? Разница. Ну, сейчас мама посмотрит. А что? Мама посмотрит. Мама посмотрит. Ну, нравится что-то? Не смотришь? Я не, меня очки не интересуют, у меня свои. Но... Какой канал? Название канала? Кристина Д. Чем с... Украина. Ютубе, да? Да. Чего? Кристина? Кристина Д. На английском. Вот так, да? Да. Вот первый, да. Вот это? Да. О, много абонентов тебе. Хорошо. Посмотрите, выбирайте. Кристина, как тебе можно абонент? Я тебе буду абонент. Ну, меня зовут да. Аладдин Али. У меня этот жена есть, тоже этот канал русский. Да, канал есть у меня. Там есть у меня на моем канале ссылки на социальные сети. Если что, можно написать туда. Если какой-то вопрос, может, будет. Ну, хочу этот реклам делать, если надо реклама. Можешь делать, да, ты? Да. Ну, поговоримся. Ну, потом напишешь тогда куда-то. Да не, ну они квадратные. Мне кажется, она более типа кошачий глаз полукруг. Вот те, может быть. Вот те. Куда ты полукруг? Вот эти. Какой? Вот эти? Вот, не, вот эти вверх, вот да. Ну, неплохие, мне кажется. Но это лучше, чем вот эти квадратные, они поаккуратнее. А сколько вот эти будут стоить? Это 15 долларов. Ну, хочешь, смотри еще.
А вышли до вечера, да? До вечера тут? Да. До шести. Угу. Пошли потом позже подойдем. Скажи, ничего. Давай посмотрим. Ну, $10 это 250 рублей. Ну, я тебе о чем говорил. Но это с ним надо что-то рвать. Это не окончательная цена. Тут текстиль. Реклама. Если он мне бесплатно даст, то я ему сделаю рекламу. Масло черное ватмина. Кстати, очень полезно. Да. Тоже. Читала. Тут трусы мужские. Духи. Смотри, натуральные камни классные. Очень красивые. $4 или 4 евро, что шарфики. Ой, привет, Таня. Привет. Тут текстиль домашний, сумки, проходим мимо. Украшения красивые. Я посмотрю. Давай посмотрим. Вот еще тоже такие браслетики. Тут этих зеркал нету. И слоники так. Кот! Ant-Man, I make stone, volcanic possessed stone. Вот этот. Yeah. Сколько? $6 нужно. А вот этот? 15. Угу. Сколько хочешь, девочка? Не, мы еще вернемся. Давай 10 первых. Не, 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 не. Это брехня. Тут серебро, наверное. Вон сумки тоже, кстати. А где тут конец рынка? И самое главное, как нам обратно. А тут одна дорога, ты видишь, тут ничего не несла. Видишь, я кота заметила среди всех. Вот костюм. Угу. Джинсы. Да, обувь. Что это такое? Вот такие маленькие. Какой размер снова? Тоже костюмы. Чем дальше? Мама. Ой, это толстовка, толстовка. Одежда почем? Смотри, какие красивые. А по-китайски? $35, одна штука 2 евро, 3 штуки 5 евро. Хорошо. Сейчас стихну. Так, пять. Харизма. Ага. Они все висят красиво, а потом... А по факту... Hello, nice back, lady. Hello. Иди from? Смотри сумку. English? No. Where from? Ukraine. Посмотри, пожалуйста. Красиво. Не, маме надо, не мне, маме надо сумка. Ничего не нравится? Мама, красиво сумки. Ой, мама, мама, мама. Не, не ярко, надо на зиму. На зиму темненькая. Темный? Да. Вот это можно. Такая модель есть, темный, очень красиво. Тоже а вот это сколько? Лира, доллар, евро. Лира. Для тебя можно красиво, цен 100 лира можно. Угу. Все равно завалились. Где? Какое тебе нравится? Тебе полярчик? А вот это сколько? Это можно супер цен. Тоже это один мест, мадам. Можно посмотри. Угу. Это для мамы очень красиво. Мама
длинный ремень. Нормально, лира, да? Лира. Нормально, это 2010. А если доллар? Доллар, она можно красивая цена, 30 долларов можно. 30 долларов. А если вот эту и вот эту? Я маленькую хочу. 45, хорошо. 45. 35. 40. 30. 40. Ты 35. 30, 35. 38. А вот это сколько? Ты точно хочешь яркую на зиму? Это ж на зиму. Как тебя зовут, мама? Майя. Майя, как дела? Хорошо. А, ну да, ты ж не должна тумно. Я всегда за это говорю. Но она-то большая. Очень красиво. Ну да, ты ж мне под шубу. Под шубу какая красивая будет, темная. Ну, это светлая синяя. Красиво. Ну что, да, летняя. Она маль... такая яркая летняя, да. Супер модель. Такая себе тесть, такая себе тесть, такая себе тесть. Давай, тебе это можно. Сейчас посмотрим. Может, вот это смотри. Она вроде бы не сильно, не однотонная, но ну, надо, я хочу, чтобы форма у меня была. Да, это цвет тебе красиво, да? Мне надо, чтобы... Ну вот, девочка. Форма. Черный есть. Черный есть тоже. Мадам, любишь такая, мадам? Вот светлая есть, видишь? Подожди, хочу, чтобы такая была. Ну, знаешь, понял, что было. С твердым дном. А? С твердым дном. А надо сами смотреть, что будет. Нет, спасибо. А ну, пропустите. Оп, оп, а ну, все. Вот эти две за 35, да. Давайте. Никому, никому. Хорошо. Of time.